Более 130 лыжников из Якутска и районов Якутии приняли участие в лыжных гонках «Вечерние огни Туймады». Заезд прошел на озере Сайсары в Якутске, где мужчины, женщины и школьники состязались в дистанции 1200 метров. В этом году участников стало еще больше. В целом организаторы надеются, что охват спортсменов будет только расти, поскольку «Вечерние огни» считаются неплохим трамплином для спортивной карьеры лыжников. Цель и задача данного мероприятия – это пропаганда лыжного спорта в нашем городе. Вот. Да, также мы выявляем сильнейших лыжников нашего города и республики. Также мы ежегодно проводим весной открытый чемпионат города Якутска. Это у нас уже планово проводится. И в сентябре в рамках Всероссийского дня бега мы проводим чемпионат города Якутска по лыжероллерной гонке.